Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Артур, канал Тробот, и я сегодня к вам с небольшим, но очень полезным видео, решил его сделать на радостях, поделиться с вами очень полезной инфой. Очень много всяких ретро-любителей, ну или вообще не только ретро-любителей, сталкиваются с одной проблемой. Проблемой вот такой вот желтого пластика. Мы находим классные корпуса или девайсы, но у них напрочь пожелтевшие морды, которые портят просто весь вид. И, ну, и использовать ее как-то вообще просто некрасиво, да и вообще стрёмно даже дома держать. Происходит это из того, что это пластик ABS называется. Он на солнце выгорает и приобретает отвратительный желтый цвет. Причем чем дольше он стоит в пыли и на солнце, тем сильнее он как бы желтеет. Вот это, конечно, очень клинический вариант запущенный. И мы видим, что вот даже если убрать эту собачку, вот здесь белая полоска, и видим, что пластик, который не находился на солнце, он имеет свой естественный цвет, вот, бело-бежевый такой. Вот, чем с этим бороться? Ну, я пробовал разные там средства бытовые, там, в частности, сейчас принесу, покажу. Сходил в магазин Лемур Мурлон, вот, купил вот такую хрень. Вот, она совершенно не помогла, это просто хорошее чистящее средство, не более того. Вот, там просто павы находятся, больше ничего оно не делает, никаких отбеливаний, вот таких вещей. Оно не помогает. И где-то давно там я читал, что помогает там перекись водорода, которую там надо где-то найти в аптеке, с концентрацией, с дикой, что-то там разводить, химичить, она воняет. Вот, я, вот если помните, там видео клавиатуру устанавливал, я ее тупо покрасил из баллончика, там всеми тапками закидали, заплевали. Вот, но на самом деле все, она отлично и выглядит, до сих пор все держится, покрытие, никаких проблем нет, не знаю. Ну, да, это на самом деле не совсем трушный вариант. Короче, вот такая фигня есть, вот, называется она «Оксидент». Вот, это на самом деле продается в любом магазине для профессиональной косметики. Ну, там, для парикмахерских, там, и прочих. Вот эта непосредственно вещь нужна для покраски волос. Она является неким транспортом, который доставляет пигмент в волос. Одной из составляющих, как бы, процедуры окраски волос. И это самый большой концентрат, 12%. Можно фирмы там различные брать. Абсолютно не воняет, без запаха, имеет структуру геля густого. Реально это волшебная вещь. Вот, смотрите, как ей пользоваться. Просто мы берем вот эту нашу штуку, которая у нас там достаточно в таком неприглядном виде. Берем этого чудного геля, наваливаем вот на нее. Вот желательно так, ну, не особо густо, надо просто будет создать пленку на девайсе. Вот, и руками это не трогайте, потому что руки пожгете, будете щипать. Вот, можете просто, если при длительном контакте, получить ожоги. Просто нужно равномерно вот эту всю хрень по пластику вот так аккуратно размазать. Хорошо пройтись. Вот, не надо там фанатизма никакого. Вот здесь тонны этой жидкости не нужны. Причем пластик ABS любой подойдет. Не обязательно там от компьютера, вам еще он-то пригодится. Вот так вот все это дело замазываем. Вот, мы потом это можем аккуратно все удалить с помощью ватной палочки и мокрой тряпочки. На этом все, процедура закончена почти. И вам нужно взять стрейч. Ну, стрейч лучше, я в данном случае беру пакет. И, короче, накрыть это все. Причем, чтобы пленка контактировала с поверхностью намазилками. Вот так вот, плотненько. Чтобы самое главное, это не спарялось. Вот, и не сохло. Вот в таком виде вы это берете и ставите на теплое и светлое место на сутки, на одни сутки, на 24 часа как минимум. Ну, можно еще подольше, можно двое суток подержать. Значит, результат какой? Вот на самом деле на компьютерную морду уходит половина этого тюбика. Что в результате получается? У меня были панельки там от креативского саундбластера и большая желтая морда, вот такая вот от брендового Fuji Siemens сценика. Вот, они у меня были вот такие. Через сутки, смотрите, сейчас я прям вот с батареи даже не распечатал, покажу. Через сутки они стали вот такие. То есть пластик стал как родной. И самое прекрасное, это то, что надписи все остались на месте, надписи не разъедаются. Все очень аккуратно отбелилось, смотрите, все стало как новое. Никакой желтизны, вот панелька сутки пролежала. Вот, вообще шикарный эффект, просто шикарный. Можно теперь, ну, брать абсолютно любую фигню, мазать и осветлять. Так что, ребят, вот такое лекарство я вам клевое принес.
Пользуйтесь, оживляйте железки, наслаждайтесь жизнью. Ставьте лайки, если понравилось, подписывайтесь на канал. Скоро приду с новым видео. До новых встреч!